Всем привет, друзья! В этом видео мы продолжим рубрику с опылением. Мы опылим сегодня два похожих себе цветка. Кстати, вот этот цветок у меня новый, это орхидейка, она новенькая. Я ее приобрел сегодня утром. Эти орхидеи, это две размер мидии, в принципе. И у этой орхидеи очень интересное листво. Она у нее идет ровненько и как елка, прям вот так вот рядками. Итак, первый этап, что мы должны сделать? Это мы должны взять пыльцу из самого, например, вот этого вот свежего цветка и перенести ее на, например, вот этот цветок. Почему нам нужен именно свежий цветок? Потому что на нем пыльца, она сама активна. Сначала мы перенесем с этого цветка на этот, а потом мы сделаем наоборот. Итак. Итак, вот мы взяли пыльцу цветка. Переносим нашу пыльцу на вот этот свежий цветочек. Нам надо ее поместить внутрь коробочки. Все, она должна теперь приклеиться и спрятаться туда. А теперь будем брать пыльцу у этого растения. Вот у нас самый свежий цветок. Мы берем из него пыльцу. Все взяли. И переносим на вот этот цветок. Если результат у нас будет успешный, то из вот этого стебелька в идеале у нас будет появляться такая коробочка с семенами. Она длинная трубочка, и семена в ней будут созревать около 5 месяцев. У нас сейчас февраль месяц, и где-то в июле у нас уже будут семена. Я опылил 4 цветка, это 2 на этом и 2 на этом. В следующем видео мы опылим мои другие 2 орхидеи. Всем хорошего дня!